Так, начинается наше путешествие. Мы сейчас едем в Томскую Писаницу. Саша у нас должна сегодня увидеть медведей, лис, волков, енота. Да, Саша? Скажи, ура! Чем кормить медведя? Сашка, куда побежала? Козой-то. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Ты мне представишься. Да ты красавец, да ты умник. А яблочки ты ешь? Ты яблочки ешь? Будешь яблочки? Поднимай с пола. Ой, да как, слушай, они наручные прям. Мне сюда надо ехать, затарившись овощами, да? Что надо ей делать? Саша сама накормила медведя, да? Ух ты, ничего, Саш, ну какой, давай, бросай. О, она прям оттуда ест. Ой. Да ты, Маша, умница, вон Миша просит. Сейчас еще Миша дадим. Сейчас на Маше яблочко дай. Дай Маше яблочко. Твой кабачок дали, а яблочко не дали. Ой, Маш, тебе яблочко, вон за пазуху укатилось. Давай еще, она потом его найдет. Подожди, подожди, она сейчас кушает и будет... Кидай. Маша, лови. О, мама, смотри, яблочко. Найдешь? Она все правильно делает. У меня тоже медведица так же. Соберет все сначала, потом... Давай, ладно. Нет, давай.